Всем привет от SB1813 или просто Саймон. Наконец-то реакции, наконец-то видосики. Наконец-то я вроде как закончил ремонт, хотя еще не прям совсем до конца, но условно на 98%, то есть теперь можно хотя бы находиться в этой комнате. Вот, тут все делать, чем я, собственно, сейчас и буду заниматься. Да, сразу скажу, на этом, наверное, видео не будет особо вот этого света. Я пока еще не игрался там с приколами и так далее. То есть и стена пустая, и все такое. Так что, если что, не думайте, что он подъедет уже. Вот. А со звуком, кстати, тоже потом подумаю, потому что тут теперь эхо просто жутчайшее. Короче, этим всем я буду заниматься на днях. У меня вроде как сейчас много выходных будет, поэтому обязательно сделаю, чтобы было все более-менее красиво. Пока вроде приемлемо, я, по крайней мере, сейчас смотрю, вроде нормально. Короче, первая реакция в этом году, потому что перед этим было, точнее, два видео. Это было не реакция, мы просто смотрели там. Вот угорали под «Не тряси башкой». А сегодня будет полноценная реакция. И первая реакция в этом году я решил сделать на группу Falling in Reverse. И их новый трек и клип называется «Zombie Field». Ну, Falling in Reverse, я думаю, все знают. Вообще, Ронни Радки один из самых известнейших сейчас чуваков в ПХК. Вот, и, ну, условно, металкоре. Вообще, в принципе, в кор тусовке. Он очень крутой. Я его знаю еще с его старых групп. И всегда за ним следил. То есть, в отличие там от, скажем, тех, кто пришли ему на замену, да. Вот, это я сейчас говорю про Escape the Fate, да, и Крейг, я вот, честно, не особо его долюбливаю, а вот именно с Ронни, Escape the Fate и Falling in Reverse, все прям четенько, вот, это, вот такой ПХК я почему-то вот именно люблю. И последнее время он снимает, точнее, как он, Falling in Reverse делает очень крутые клипы, очень крутые аранжировки на старые какие-то треки, поэтому, конечно же, когда вышел Zombie Field, он вышел, причем уже достаточно условно давно, то есть в самом начале года, и я прям сидел такой, блин, когда же закончится ремонт, чтобы я посмотрел его. Вот, на реакции, естественно, потому что, ну, такое пропускать нельзя. Вот, очень надеюсь, что, как обычно, YouTube не затупит, и все это у меня выложится, потому что это будет очень обидно, потому что Falling in Reverse я ждал на реакцию, если честно. Так что вот, ну что, я думаю, в принципе, больше мне еще сказать нечего, давайте смотреть, потому что я очень ждал, так что поехали. Так, ну что, поехали. Zombie Field, Falling in Reverse. Офигенные спецэффекты уже вижу. Ох, как же я старался не спойлерить себе этот трек. Вы бы знали. Будет ли он, интересно, как-то связан с предыдущими или нет? Опа, здравствуйте. Блин, очень круто это выглядит. Это локация. Какой он крутой вокалист, конечно. Вот эта вот экспрессивность его просто тоже очень крутая. О, вот это очень круто было. Ну, плюс хит от Falling in Reverse. Что еще могу сказать? Я даже не дослушаю песню, уже могу это сказать. Потому что офигенный взрывной припев. Все звучит очень хорошо. Основной хук кочевенький. Блин, вот где показывают зимбаков, вот это вот все. Типа немножко даже не кринжово, а как будто специально сделано с такими плохими эффектами. Но при этом, где показывают именно группу, вот это все очень круто выглядит. Какой у него крутой микрофон. Вот это крутой момент затихания, очень нравится. О, началось. Оля какие. Ха-ха.
Блин, это клип моей мечты просто, честно говоря. Учитывая всю мою любовь к зомби-фильму. Гей. Диссонансы пошли. Что происходит-то? Блин, офигеть, я вот, у меня нет слов пока. Это пока что уже на трек года идет. Это слишком круто. В клипе что творится вообще? Блин, а в каком этом-то фильме были зомби и Uncanny? Вот недавно прям видел. Ну что там еще такое появится? Серьезно? Окей. Просто угорают на все 200%. Так, ну что, вот мы посмотрели клип Zombified от группы Falling in Reverse. Я не знаю, офигенный клип и трек. Ну, на самом деле, другого ничего я от них и не ждал. Они такую очень высокую планку себе подняли последними, наверное, тремя или четырьмя их треками, вообще последним вот релизом. Очень круто. Наверное, сначала про клип, вот сейчас скажу поначалу про клип, как, не как обычно, потому что, ну, клип это тут просто, не знаю, 20 из 10, это жесть. Мало того, что я уже сказал, что я очень люблю зомби-тематику, и тут есть все идеально. То есть это не как было в клипе Ice Nine Kills, по-моему, про Rainy Day он назывался, хотя он тоже прикольный, но там прям такая мега-отсылка на Resident Evil была, собственно, с этими... этим, господи, ну да. Короче, вы поняли. Вот. А тут как бы никаких отсылок нету, просто такие, ну, зомбики, и нормально все. И, но при этом все это выглядит очень круто. Даже вот эти вот своеобразные спецэффекты, это все равно как какая-то дань уважения вот этим, ну, вот этим фильмам, таким малобюджетным, наверное, все-таки. Но как-то все равно стильно, но при этом, как бы, при этом локации, где, например, сама группа, выглядит просто мега офигительно. То есть очень хорошо все видно, вот эти провода каждого участника группы. Ну, Ронни просто блистает, там вот эти волосы, эти роскошные, все это очень круто. Ну, короче, клип мне жутко понравился. Под конец вот эти инопланетяне. Мне очень понравилось, что я одновременно вместе с Ронни, так, типа, что происходит? Типа, какого фига? И под конец вот это... Кайдзю вообще, какого хрена там Кайдзю вообще взялся? Ну, короче, очень трешовый, но при этом хорошо снятый клип. Вот, трек не самый сильный, наверное, если брать вот именно те треки синглы, которые выходили до этого. Но при этом тоже достаточно мощный, то есть основной хук очень кочевый, крутой. Очень взрывной припев, то есть припевы у них все отличные. Вот, два брейкдауна, что самое забавное. Причем первый, если такой, типа, с разгоном, то вот второй очень хороший, то есть с этими диссонансами. Короче, мне понравилось, не знаю. Ну, вокал Ронни Радки божественный. Как бы тут больше ничего сказать. Я не знаю, что еще. В принципе, как бы я могу бесконечно нахваливать Falling in Reverse. Реально, вот из всей темы пост-хардкора, я не особо сейчас люблю пост-хардкор, но вот почему-то вот именно они как-то прям вот реально, ты их слушаешь, особенно ты их когда смотришь с клипами, ты такой типа, о, да, вот эти ребята, вот они умеют, могут, типа, а остальные как-то, ну, не знаю, из стороны в сторону метаются, они угорают, у них каждый клип, это просто какая-то жесть, но при этом это все выглядит очень зашибись, и еще и треки очень крутые. Самое клевое. И да, еще что очень клевое, что все эти треки он очень хорошо вытягивает на лайвах, в отличие от других вокалистов, вот, таких жанров, скажем. Вот он прям реально это хорошо вытягивает. Ну, короче, как певец, скажем, да, он прям отличный. Поэтому
не знаю, что еще сказать. Все круто, супер, в принципе, я примерно такого и ожидал. Вот. Ну и то, что на зомби-тематику, это прям отдельный лайк, как обычно говорю. Короче, в принципе, все. Спасибо всем, кто посмотрит эту первую реакцию в этом году. Вот. Все ссылочки в описании, нравится, не нравится, сами все знаете. Вот, и в ближайшие дни я постараюсь записать прям много-много роликов, чтобы потом потихоньку их наконец-то выкладывать. Сначала я, наверное, запишу несколько новиночек, которые вот вышли буквально в этом году, или там под конец самый 21-го, которые я не успел посмотреть и хочу прям вот надо, да, как вот, например, вот это. Их там немного, там штук 5-6, вот, и после них тогда будем идти по всем реакциям, которые мне писали. Вот, так что контента будет много. Будем все это смотреть и пересматривать. Короче, все. Еще раз всем спасибо. Я пошел. Пока.